Приветствую вас. Похудеть вы, конечно, можете легко, достаточно. Вот. Вопрос только заключается в том, зачем. То есть похудеть не так сложно, на самом деле. Гораздо сложнее понять, для чего тебе, да, лично тебе это нужно. То есть зачем каждому конкретному человеку, да, нужно худеть. Зачем? Чтобы что? Вот вы говорите, что вам нужно похудеть для того, чтобы общаться с другими людьми. То есть получается, что вес и внешний вид – это что-то типа пропуска. Пропуска туда, в социум. Ну, вы же понимаете, насколько это звучит несерьезно. Ну, особенно для взрослого человека, которым мы с вами являемся. Так что вы можете похудеть, но проблема непринятия себя останется. Она останется и после того, как вы похудеете. Можете мне в этом поверить. Это работает это именно так и никак иначе. И дальше вы найдете еще один, а потом второй, а потом десятый аргумент для того, чтобы не высовываться, чтобы вновь и вновь не выходить на контакт, чтобы вновь и вновь оставаться в зоне комфорта, какой вы, на мой взгляд, сейчас пребываете. Видите ли, проблема принятия себя, точнее не принятия себя, кроется не в возрасте. Вот это не в весе, а в том, что вы о себе думаете. А вес вам для чего-то нужен. Вам самой для чего-то нужен вес. Как правило, вес от чего-то защищает. Как правило, вес от чего-то оберегает. И как правило, к сожалению, вес оберегает от близости. От близости с другими людьми. Конечно, неприятно. Очень неприятно. Наверное. Но тем не менее, как правило, происходит все именно так. И вот здесь мы сталкиваемся с вопросом, а почему для вас так, может быть, тяжело, страшно, неприятно взаимодействовать с людьми? Откуда появилась вот эта вот, ну, позиция, да, позиция, что вы должны быть какой-то там, вот. Почему вы так решили? Это вот, мне кажется, ключевой аспект.
Нужно принять себя. Такой, какая вы есть. Освободиться от комплексов. Обратить внимание в большей степени на свою реализацию, на то, что вы делаете, на то, чем вы занимаетесь, и у вас все будет в порядке для вас. В том числе и с доверием к себе. Значит, вы пишете, за время, что набрала вес, растеряла круг общения, стала нелюдимой. Значит, что-то повлияло на то, что вы набрали вес. Испытывала столько отвращения к своему отражению в зеркало. Почему? Почему? Почему отвращение? А почему набрали и из-за чего набрали? Что случилось? Почему вы считаете, что вот 15 кг вы сбросили, нужно еще сбрасывать? Я задумалась о том, что мне нужен круг общения, но я боюсь людей, близких контактов, и трогала свои норки и задаю. А что, чего конкретно вы боитесь? Ради интереса дала анонимное объявление на сайте знакомств, указав там не то, что реальный вес, а его завысив. Написала очень много мужчин. Для чего вы дали анонимное объявление? Ведь круг общения – это не мужчина. Я ожидала откликов с омерзением, то есть тем чувством, которое испытывала я сама к теперь себе. То есть здесь имеет место быть проекция, если я правильно вас понимаю, и обесценивание себя. То есть почему-то вы испытываете омерзение к себе. Ну, давайте подумаем, с чем это связано. Ведь дело здесь не в весе. Нет, написали нормальные люди, которые, как они уверяли, нравятся полные девушки и женщины. Вы считаете, это не так? И тут обнаружилось, им свидание не пойти не в чем, одевать такую тушу, я не стремилась, одевалась в мешковатые балахоны, бесформенные брюки. Я разучилась принимать себя и ухаживать за собой, исключение личной гигиены. Ну, это же нужно учиться. Да и к написавшим мужчинам у меня недоверие и подозрение, раз нравится такая некондиция, откуда, с чего вы взяли тут некондиция, то они некондиции и сами. Это кто вам сказал? Откуда такой стереотип? Понимаете, да, вот, как бы, именно от этих стереотипов вам и нужно избавляться. Раз они вам мешают. Мешают очень сильно, причем мешают стереотипы вот эти вот. Потому что если им нравится такая некондиция, то они и сами не кондиция. А что кондиция, а что не кондиция? Почему вы считаете, что должны нравиться только стройные, там, худые девочки? Это совсем не так. Вкусы у всех разные. Наверное, вопрос в том, чтобы либо принять себя такую, как есть, либо жить, пока не похудеть, не высылать. Принять себя такую, как есть. Аноним, но... сделать у вас самостоятельно это не получится, скорее всего, потому что причина лежит глубже, чем вы думаете, и уж точно она не связана с вашим весом лишним, связана она больше, ну, наверное, с тем, как вы себя воспринимаете, вес здесь вообще ни при чем. Вот, можете верить, не верить, но вес здесь вообще ни при чем. Абсолютно. Вот. Значит, если будете ставить себе условия какие-либо, да, то так никогда не будете жить, потому что всегда будет что-то мешать, всегда будет что-то сбивать, всегда будет что-то прерывать вас, вот, а жизнь она идет, и поскольку появилось как бы одно условие, да,
появится и другое условие, и, ну, появятся еще условия, ну, уже другие. Поэтому нет смысла, понимаете, такая штука. Гораздо лучше, если вы все-таки будете заниматься любимым делом, да, то есть вспомните вот именно, что вам нравится, вспомните, к примеру, что вас привлекает, вспомните, что вы хотели бы, например, делать, допустим, да, то есть, что вам интересно, допустим, вот, вот это вот вы можете сделать, и если вы вот все это сделаете, да, если вы все это сделаете, то вот мне кажется, что тогда вам будет гораздо легче, чем сейчас, потому что, ну, вы как бы не будете зависеть от людей, вот, а сейчас вы напрямую зависите, сейчас вы напрямую зависите от людей, понимаете, вот, какая штука, а зависеть от людей вам, ну, нельзя. То есть нужно ориентироваться, да, исключительно на себя. Нужно ориентироваться на себя. Исключительно на себя только. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать на, пока что, на данный момент, отвечая на ваш вопрос, который вы задаете, вот, надеюсь, что я дал вам ответ. Обращайтесь, если будет нужна помощь, вам она потребуется, скорее всего, со 100% вероятностью. Вот, ну, другой вопрос, захотите ли вы этим заниматься или нет, то, ну, это уже, опять же, детали. Вот, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи!